Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал «Алмазная мозаика в США». И в этом видео я хотела бы показать свою законченную работу от Diamond Dots Cobblestone Most. Итак, этот набор от американского производителя Diamond Dots. Вы знаете, это одна из моих любимых компаний. Купила я его в физическом магазине в Майклсе. Уже не помню, сколько он стоил, долларов 20. Купила я его, потому что он был на распродаже. Это с одной стороны, и с другой стороны. Это серия моего любимого художника Томаса Кинкейда. Размер канвы 40 на 50 сантиметров. Вернее, не канвы, а самого рисунка, дизайна 40 на 50 сантиметров. Канва на тканевой основе, это полиэстер, липкий слой у нас наливной клей, и, как вы видите, клей не выходит за дизайн, что замечательно. Этот набор пришел с 33 цветами, все пластиковые или смоляные стразы, размер 40 на 50 сантиметров. Ну, что я могу сказать? Я из всех цветов заменила только два, и то на окнах, чтобы показать иллюзию света, выходящего из окон, и все, больше я ничего не меняла. А все остальные цвета остались из оригинального набора, потому что, вы знаете, я... у Diamond Dots есть команда художников, которая разрабатывает их схемы, поэтому я бы не хотела неправильный оттенок использовать и этим самым как-то испортить сочетание цветов, потому что вот в коллекции Томаса Кинкейда с этим нужно быть очень аккуратным. Технически было одно удовольствие работать над этой картиной, закончила ее довольно-таки быстро, в течение 2 недель, то я не каждый день работала, может быть, там по 2-3 часа максимум, и опять не каждый день. Мне, в принципе, нравится финальный результат, хотя... Если бы этот набор был немножечко побольше, например, 60 на 40 сантиметров, он выглядел бы более детальным, чем сейчас. Но, мне кажется, для этого размера 40 на 50 сантиметров детальнее, чем то, как сейчас, он выглядеть бы не смог, потому что, ну, слишком много объектов для такого маленького размера. Практически 5 домов и мост, и какие-то цветы, и деревья, чего только нету. Я, когда его раскрывала, честно говоря, распаковывала, мне он... очень пиксельным показался, и это одна из причин, почему я так долго не начинала работать над этим набором, именно из-за того, что мне казалось, он получится очень пиксельным, но опять, по сравнению с распаковкой, выглядит он, в принципе, нормально. Для такого размера мне, в принципе, нравится финальный результат. Мне очень нравятся их стразики, вы видите, как они блестят, они супер граненые у Diamond Dots. И это вот обычный пластиковый, да, смоляные стразы, вы сами видите блеск. Даже от кристальных не такой блеск идет, как от смоляных. Так что вот так вот он выглядит, я оставлю ссылку, если вы захотите купить, но я не думаю, что Майклс доставляет в Россию или там в Украину и другие
страны бывшего Советского Союза. Так что на этом все. Скоро я его в рамочку вставлю, этот дизайн, и покажу, как он выглядит. Ну, а я начну работать уже над своей новой картиной от Craftably и посмотрим, как она получится. Спасибо большое за внимание и счастливо!